Перед тем, как перейти к глаголам и их спряжению, я предлагаю в отдельную тему выделить личные местоимения. Это те слова, которые чаще всего используются в речи. Всегда, когда вы описываете какой-то процесс, разговариваете с каким-то человеком, вы неизбежно произносите вот эти слова. Я, ты, он, она, оно, мы, вы, они. Итак, вы используете вот эти вот слова, которые называются личные местоимения. И, ну, мы не филологов из вас готовим, но некоторые вещи лучше вспомнить из школьного курса, да, чтобы, ну, иметь возможность внятно объяснять, о чем идет речь. Вы помните, как называется «я»? А? Да нет, я не про это. Это какое лицо? Там в вашем конспекте и здесь будет довольно часто встречаться вот такое вот первое лицо. Когда я говорю про себя «я», это первое лицо. Причем я один, поэтому какое число? А ты? Второе лицо. Ну и ты, ну, естественно, единственное число. Он, она, оно. Третье. Мы. Приятно. Это не вызывает никаких вопросов, это понятно все? Нет. То есть мы дописываем просто до конца второе лицо, множественное число, и третье лицо, множественное число. И это то, что в речи постоянно используется. Также это то, от чего зависит, в какой форме вы будете использовать глагол. Поэтому это очень важно. Очень. Ну и посмотрим, как это выглядит в эстонском языке. Я. Мина. Маленькая радость для меня была бы в том, если бы вы повторяли. Мина. Мина. Ты. Сина. И вот здесь должны прозвучать фанфары. Здесь мы все дружно начинаем аплодировать, потому что категория рода, вот мужской род, женский и средний, в эстонском языке отсутствует. Одно единственное тема. Это и он, и она, и оно. И это, кстати, пояснит всем, кого интересовал этот вопрос, почему эстонцы говорят или исключительно в женском роде, или исключительно в мужском. Разные наклонности, чаще говорят в женском роде, но вы представляете, сколько проблем уходит из-за этого? Как сказать, картина красивая или красивый, а может красивое? То есть это постоянно предмет... Ну, это проблема для иностранцев, которые учат русский язык. Здесь вообще проблемы нет. Мы – это «мея». Вы – «тея». И они – «немат». Вот так это выглядит. Вот этими словами мы будем постоянно оперировать. И отсюда будет расползаться в разные стороны, потому что личные местоимения, они относятся к склоняемым словам, то есть они изменяются еще и по падежам. Но это все позже, когда понадобится. Тогда мы этим и займемся. Что замечательно, у этих слов есть краткая форма. Мина – это «ма», сина – это «са», тема
то, мие, ми, тие, ты, немот, нот. И задача вот этой части урока – запомнить одно слово. После того, как вы вспомнили школьный курс русского языка, то есть вы сами называли первое лицо единственного числа, первое лицо множественного числа и так далее, надо запомнить вот это слово «масатаметинат». «Масатаметинат». Это единственный способ у меня был, когда я работал в ПТУ, чтобы ПТУшники у меня эти местоимения запомнили. Проблема была с тем, чтобы он потом мог вычленить нужное местоимение. Но вот само по себе, вот чисто фонетически, да, звучит интересно. Масатаметинат. И несложно. Масатаметинат. Значит, есть определенная разница, как используется одно, как используется другое, но это уже красоты языка, к которым мы подойдем, ну, я бы сказал, значительно позже. Пока будем считать, что большой разницы нет, что вам удобнее, то вы и используете. Давайте все вместе. А если не глядя на доску? Только быстрее, так медленно и я могу. Высший пилотаж с закрытыми глазами. Хорошо. Значит, личные местоимения. Без них дальше никак. Они уже есть. И они очень простые. Еще раз говорю. Вот то, что нет категории, грамматической категории рода, это настолько облегчает жизнь, это так замечательно, что дальше просто некуда.